следующая задача поинтереснее, и она в каком смысле является стандартной. То есть вот очень-очень-очень часто по геометрии ее, ну, на начальном уровне ее дают. Задача такая. Взяли квадрат, какую-то точку, и провели, чтобы вот это было 45 градусов. Вот. Получили, вот здесь какая-то точка М, здесь точка D, там здесь А, Б, С, да, вот это вот какая-то там точка К. Задача. Найдите БК плюс ДМ. Сумму длин отрезков БК и ДМ найдите в том смысле, что докажите, что это то же самое, что отрезок МК. Звучит это достаточно угрожающе, потому что эти три отрезка нарисованы же в разных местах. Но если чуть-чуть посмотреть, то вы поймете, что на самом деле задача очень простая. Повторяю. Взяли квадрат, на стороне CD взяли точку M и провели луч АК так, чтобы КАМ это было 45 градусов. Точка К где-то там лежит на стороне BC. Докажите, что сумма длин отрезков МД и БК равна длине отрезка КМ. Проведя, получается, два треугольника Б, АБК, то есть, ну, значит, так. А у нас здесь получится, это равно БК. А вот этот угол суммы получается у нас 45. Почему? А, потому что это 90 минус 45. Вот это плюс вот это. Да, согласен. А вот. И вообще, а вот эта сторона равна вот этой, потому что мы прикладываем треугольник. Вот да. И, соответственно, эти треугольники равны по второму признаку, по первому признаку, и следовательно, эта сторона равна этой. А это надо было равно БК. Проведите ответ К, чтобы все увидели. А, К, вот. То есть получается, что КАМ и МА, и вот та точка, которая внизу, да, какая-то там, Б нельзя, да, Б один можно. Да, эти треугольники конгруентны по двум сторонам и углу между ними. Поняли? Все поняли? Ну, спасибо. Давайте я то же самое нарисую, что называется, чуть-чуть по-другому. Мне кажется, будет симпатичнее. Потому что вот этот отрезок загнулся. Давайте я сделаю так. Я возьму вот этот МД и нарисую его вот здесь. Это же можно? Вот. Тогда опять-таки вот этот вот угол туда повернулся. Опять здесь будет 45 градусов. Отрезок МД сложился с БК в какой-то там отрезок. И опять нужно будет заметить, что вот при повороте вот этого треугольника, вот этого, у нас замечательным образом АМ равняется вот этому вот там АМ. Да? Вот. Ну и значит, действительно, эти два треугольника, треугольник НАК и треугольник МАК, конгруентные по двум сторонам. Все поняли? Все, молодцы.